парк регионального значения. Сейчас посмотрим. Вот видите, написано ключи. Все тут газончики подстригают. Классно, пруд. Чистенько. Погода вообще супер. Солнце не палит. Классно. Смотрите, там написано. Сел. Люда что-то нашла. Красота. Когда люди убирают. Убирают все. Следят очень классно. Сейчас мы посмотрим. А как ты пила? Ну как-то удобно. А что там нету ничего? Нет. А у нас бутылки нету с собой? Нет, нахуй. Смотри, как хорошо, да? Вода вообще прям такая классная. Чистая. Люд, это вот эта вода пруд набирает, да? Ну да, вот она течет, видите? Классно, вода. Эта пристань вообще для чего сделана? Для купания. А, и понятно. Там вон с той стороны тоже. Угу. Там вообще-то вон пляж у нас. А, ну я вижу. Там детская площадка где-то. Да? Да, вот это. Там и купаются. Ну здесь тоже ныряют, угу. И все. Ну что, аппарат хорош? О, ревет и мечет. Да? Тут еще речушка идет. Я ее изначально не заметил. Кстати, там труба. Не знаю, как отсюда видно. Течет. А что за птичка? Ну, маленькая птичка. Это она тут прям сидела. Вот здесь, прямо на заборе? Ну вот тут вот она сидела. Она ее такая съела, клювик вытерла. Но я вот стою вот так вот на нее, смотрю, замерла. Классно? Прямо так вот на расстоянии? Ну не, я вот так стояла от нее. Вот. Надо было телефон достать и снять. Да я, ты что, я шевелиться нельзя, она же испугается, улетит. Что-то есть. Да. Здравствуйте. Что там наверху? Тропа здоровья, там дерево желаний. Ну, можно брать. Спасибо. А это что здесь? Это купаются. А, купельный? Летом купель. Что часовим. А вот там... А скажите, в эти домики можете заходить? А туда платное. Ну, заходить-то можно, но это платить. Понятно. Там. А вот где псел это? Что там? Там ходить можно. А там родники начинаются, 7 родников через. Вот. Оно там видно обкошено. А это вот деревни здесь вообще Белгородской области или села? Что тут вообще? Ну, села, деревни, хутора. И хутора даже есть, да? Ну вот рядом, там хутор веселый. А речка как называется здесь? Псел. Как? Ну вот написано. Псел это речка? А, это псел, речка, я перепутал, думал деревня. Ясно, спасибо огромное. Люд, псел это речка, а я перепутал это деревня. Думаю, мы ехали, ты же читал. Ну я понял. Вода кристально чистая, родниковая. Набираю, да? Ну вода мы пробовали там в колодезьке, классно. А там нету посуды, надо с собой тару, да? Да. Ну можно будет вернуться в машину, сходить бутылку уже? Не, ну вода кристально чистая, реально. И вообще пьешь, никакой горечи, ничего нет. Давайте здесь фотку, стой. Да не, вот здесь вот именно прям классно будет. Тепло становится, да? Исток реки Псел. Вот, друзья, кто не знает, как начинается исток реки. С голубого ручейка начинается река. Да, вот смотрите, как это все происходит. Это из земли идет. Раз исток, два исток, три, четыре, пять, шесть, семь. А там может еще. Семь истоков, вот такая. Я, если честно, впервые вижу, как начинается река. А сколько, скажите,
Истоков, здравствуйте. Здравствуйте, 12. 12, да? Mm-hmm. А мы что-то насчитали 7. 12. Вот там один, вот два. Это 3, 4. Вот там-то еще один. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ага, ясно. А в речке рыба есть? Есть. Что за рыба там водится? А там окуня водятся, щуки, там плотва, ну вот такое. А вот пруд здесь, вот, который идет, это исток другой, да? Правильно? Это пруд. Колодезек, мы подходили, где воду пить. Это пруд оттуда образуется? Из-за этого истока? Ну, из вот этих источников... Река, да? Река идет. А пруд это сам собой делался, отдельный пруд. Там пляж, люди купаются, загорают. Летом. Ну, я понял. Ясно. Спасибо огромное. Пожалуйста. До свидания. Вот отсюда, вот отсюда. Я вот именно отсюда хотела смотреть. Смотри, получается, вот как деревья, да, и вот это вот туман, дымка, туманы, и только верхушки деревьев видны, вот из-за этого вот камышей вот этих вот. Ну, я обратил уже внимание. И какие-то вдалеке там просматриваются такие вот стволы, там березки или что-то такое. Значит, обалденная красота, просто сказочная. Я не знаю, сможет передать это камера, но это нереально красиво. И сирени очень много. Сирень вообще, я ее фотографировала. Пахнет я отсюда вот... даже. Смотри, какая зеленая фото. Это земляника? Да. Ее у нас тоже много. Какой-то домик. Тут что-то капает на нас. Это что вообще он говорил? Дерево счастья. Дерево счастья. Ну, ленточки нету. А, ну вот здесь вот есть лед. Написано. Ну да, вот смотри. Дерево желаний. Загадывай желание, пока есть. Нет. Возможность. Попроси за меня, чтобы я Бугатти купил или выиграл. Хотя бы Тойоту Короллу. Я не прошу ни у кого материальных ценностей. Тогда я попрошу здоровья. Дерево, дай мне здоровье. Лучше бы мне это дерево ума дало побольше. Это невыполнимое желание. Смотрите, где мы были, вот. Именно вот отсюда мы обошли круг. Вот женщина до сих пор там что-то делает. И вот мы вот пошли. И такой огромный круг сделали, вот отсюда вышли. Как ни крути, но город наш красивее всех. И каждый день открыты двери здесь для тех, кто любит жизнь и жить дает другим сполна, не причиняя боли близким никогда. Как 20-летний. Люда в своем возрасте, как правда, что как девочка бегает. Купельня, да? Как вот мы в Польше пробовали. Вода бурлит прям. Сделала женская, мужская. Давай, Люд, не занырнешь. А? Решайся. Эти фото за бабаху здесь. Где рыбки? Рыбка там. Кто-то, наверное, огромного счастья захотел. Остальные не очень. Если счастья нет, то замок не поможет. Это точно. Его надо самим строить. Согласен. Это оттуда надо заходить? Спасибо. Люд, ты представляешь, мы сейчас пойдем пока оплатим. Нормально, там 3 секунды. А сколько билет стоит, не скажете? Там на 5 взрослый. Взрослый 50, понятно. Опять назад идти. Надо было сразу. Что, машина устала? Я сам устал, да? Сам устал. А машина?
Так, конечно, побегай за ней. Если бы она была бы самоходная, а то ж ее толкай. А вы через какой промежуток времени, Кость? Ну, где-то дня 4-5, и опять, да? По новой. Тогда она будет под газон. Да. Ну, а красиво смотрится вообще. Ну, смотрится. А завтра, послезавтра уже начнет. Уже вот, некрасиво, да? И начинаем это. Делать ее обратно по новой. Да, я уже. Ну, пахнет-то, учую. Пахнет это газоновое. Ею кормить никого нельзя. А, ей нельзя. А, даже птички не клюют. А почему? Это газоновая, она такая травленная. Специфическая такая, да? Да. Это специально. Я понял. Для газона. Ясно. Я, если честно, не знал, впервые от вас слышу. Не, это вот это. Ею вообще никакое ни животное, ничего, ни птицу нельзя кормить ею. Ясно. Это ну специально посажено. Посажено, я понял. Посеяно, не посажено, а посеяно. Понятно. Ну все, всего доброго. Ага. Пристань новая, Люд. Здесь вот друзья отдыхают. Можно прям с разгонка и туда. А вода холодная здесь? Сейчас холодноватая, летом нормально. А от чего они дохнут? Краснуха у них. Краснуха? Надо корм кидать. Значит, толстолобый. Огромный. Да это маленький. Еще есть больше? Это 16 килограмм. А в связи с чем вы это все организовали, этот весь, ну вот, парк или что это называется? Не знаю, тут бои были, но так. И здесь, да? Люд, и здесь бои были? Да вон, там же, вот около часовни, там мемориальная доска висит. Бои везде здесь. Да, везде, да. Ясно. Представляешь, 41-й, да, началась война, 43-й год. Представляешь, это был захват вообще. Воевали постоянно. Они там кишат. Много, да, рыба? Сейчас мы попробуем. Люд, надо не забыть кусочек хлеба взять. Чуть кусочек, я им два куплю. Касса администрации. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вот в домике мы там не заходим? А в отдельно? Нет, закрыто, да? Что делать? Вход это тут на территории внутри. Дим, ну мы не будем по домику заходить? Да, а что там интересного в домике? Быт. Быт? Да. А сколько стоит вообще билет в домик? Если во все, то по 120 рублей 6 человек. Если каждый домик 120, да? Нет, все домики. 120. А, все домики? Давай. Ну, получается, на взрослого 170, на ребенка 150. Это вход и просмотр. Угу. Ну что, будем заходить в какие-то? Ну, давай, быть посмотрим, конечно. Во все? А сколько там домиков? 8. Да? Давай во все. Давайте нам по полной прозвали на двоих. Двое вас, да? Да. А нам кто-то там будет открывать или там? Да, да, они закрыты, сами не попадете. А гид есть? Который расскажет что-то? Нет? Есть. Сколько стоит? 120. Гид 120 стоит? Да. Ну, считайте. Ну, вот. А, у нас... Вы с нами? Да, я... А можем мы сейчас перекусим быстренько и пойдем? Нет. Нет? Да, все, я экскурсия, да. Все. Я и так устаю. А сколько человек нас будет? Успеешь? Много человек собралось? Группа, 40. У нас группа. Дим, мы не будем... А можно снимать же, да? Нет, программа. Просто у меня это, блог свой, я для канала своего снимаю. Я не знаю, Лен, как они, если они дадут согласие. Нет, не на группу, просто сейчас мы сами пойдем. Как, мы сейчас с группы? Снимайте. Я не пойду с группой, нам быстрее, надо нам домой ехать часов. Тогда мы сами пойдем погуляем. А, вы просто погуляете тогда? Без вас тогда. И, нет, конечно, хотелось бы с вами. Нам экскурсию провести до группы, или группа уже приходит? Ну, успею. Ну, давай быстренько, пойдем с девушкой, пройдемся, потом мы это. Решать. А вы взяли нам девушку? Просто если вы собираетесь сейчас перекусить... Не-не-не, мы не будем перекусывать, мы сейчас быстренько с вами пробежимся. Она же ссылку сюда заехала. Сейчас нам все подробно расскажет. Вам бы тебе очень понравится. У нас индивидуальный гид идет с нами. Рыбок потом покормим.
Ветерок ой, немножко мешает. Красавцы, боже мой, очаровашки. Просто сказка. Ну да. Смотрите, лебеди здесь живут. Красавцы.